Перед установкой ванны на каркас проверьте наличие всех необходимых деталей. Для сборки каркаса вам понадобятся ключи 13-19, бита и шуруповерт. Переверните ванну вверх дном, предварительно подложив под нее упаковочный материал. Это поможет избежать царапин. При заказе ванны с лицевым экраном возьмите из установочного комплекта зажимы для экрана и при помощи шуруповерта прикрутите их саморезами 3 на 35 мм к кубикам ППУ с той стороны ванны, где будет устанавливаться экран. Положите на дно два продольных и два поперечных алюминиевых профиля. С помощью четырех болтов М8 на 70 мм скрепите профили между собой. Обращаем ваше внимание, что на некоторых моделях ванн поперечный профиль со стороны слива устанавливается под продольными профилями. Выровняйте каркас, расположив его симметрично относительно бортов. Проверьте с помощью угольника перпендикулярность профилей. Затяните гайки на болтах, используя два ключа на 13. Соберите стойки. На шпильке М12 накрутите убор, шайбы и гайки. Поочередно проденьте каждую шпильку свободным концом вверх, сквозь отверстие коротких профилей, так, чтобы упор свободно опирался на корпус ванны. Сверху на шпильку наденьте шайбу, накрутите две гайки и наверните ножку. Соберите остальные шпильки аналогично. Возьмите из установочного комплекта две заглушки для каркаса и установите их на торцы коротких профилей со стороны экрана. Переверните экран и установите его перпендикулярно ванне. Подвиньте каркас в сторону экрана таким образом, чтобы заглушки касались экрана. Снимите экран. Возьмите из установочного комплекта саморезы 3 на 35 мм и при помощи шуруповерта прикрутите два продольных профиля каркаса в закладной элемент ванны. Отрегулируйте высоту ванны относительно высоты экрана. Ключом на 19 затяните все гайки на шпильках. Обращаем ваше внимание, что устанавливаемые на шпильке упоры не крепятся к ванне, а служат только для дополнительного упора в борт ванны. Переверните и выровняйте ванну по уровню. Установите экран на ванну. Зафиксируйте экран к ванне двумя саморезами, закрутив их через экран в пластиковые заглушки на каркасе. Установите на саморезы декоративные заглушки.